Und gefällt's dir? Der Riesling. Flasche, Kiste. Genau, es ist immer eine Kiste Spätburgunder und eine Kiste Dornfelder gemixt. Hier auch eine Kiste Weißherbst und sowas. Что, в прошлый раз собака-то здесь была? Они не собираются палку давать. Хочет играть, но он не хочет мне давать палку. Это очень дружелюбная собака, очень большая и очень дружелюбная. Вообще, я хотела снять видео по поводу... вот этого вайнпроба, дегустации вина. Ну, кажется, тут сейчас у нас помешают. Просто там люди сейчас сидят, они меня за окном видят, если я начну с собакой с камеры играть. Это будет очень сложно. Самое интересное, что виды вина, ну, как бы одинаковые. Нет новых видов вина, но при этом каждый год вино разного вкуса. Ну, если увидят там в стекле, будет неприкольно бегать. Китмен, шок. Китмен. Хендешь майсну? Китмен. Пока тут спокойствие, я расскажу немножко. Так интересно, что там все курочки. Нам не видно, наверное, там курочки ходят. Ну, вон они, такие беленькие. Вон. Пока тут спокойствие у нас происходит. Я скажу, что интересно, что как бы виды вина одинаковые, но при этом каждый год вкус как бы вина так зависит, видимо, от того, как виноград растет и так далее, вкус вина немножко разный. Бывает, ну вот, допустим, что мне в прошлом году каберне совиньон вообще не понравился, а в этом году он какой-то такой особенный, более интенсивный, и мне вот намного больше понравился, мы его берем в этом году. И на вот эти вайн-пробы от Weingut Ellerwein ходим, получается, раз в год они устраивают, после сезона, как бы, да, летнего. Мы устраиваем вот эти вайн-пробы, и, ну, как бы мы сюда ходим и пробуем, что здесь такого вкусненького, как бы, дают, и покупаем потом вина на целый год. А so gibst du mir? Komm, komm, komm. Du хочешь играть, но не дает палку. Gib mir. Ну ладно, поэтому очень странно, что как бы виды вина одни и те же. Я так понимаю, сорта винограда одни и те же. Но в зависимости от погоды, там, когда заморозки, когда это, когда снег и так далее, такие разные вещи. От этого зависит, насколько вино будет, ну, по-разному, как бы, по вкусу. Поэтому сейчас со всякими закусками мы вот это все пробуем и решаем, что мы будем брать. Мы берем примерно вот так 5-6 ящиков вина на целый год. И это получается примерно, ну, часто, что можно его пить или там иногда дарить, и в итоге все равно у вас остается достаточно. Но так как здесь довольно-таки свежо, сегодня 12 градусов, я вышла так ненадолго в такой кофте. Поэтому я сейчас буду заходить назад. Я не помню, как собаку зовут, но она очень-очень добрая. Она кажется такой большой и, может быть, агрессивной немножко, но она очень добрая, очень игривая. Пока все ушли, у меня уникальная возможность снять вам стол после дегустации вина, потому что сейчас все заказали, уже коробки забрали и разъехались. Очень много бутылок, потому что разные вина пробуются, и вот так вот набирается по чуть-чуть совсем.
И потом вот в такую вот штучку это все сливается, остатки, потому что всегда пробуют и до конца не допивают. И вам даются вот такие вот обычные штучки, куда вы заполняете по вот этой карте дегустации, что вы хотите купить, и здесь отмечаете, какие вам вкусы нравятся. Я сейчас вот была на дегустации Weingut Eller, это семья Eller, и у них вот свой Weingut есть. Я с собакой играла сейчас опять, я уже одела пальто, потому что очень холодно. Я играла опять с собакой. Вот, и у меня как бы осталось здесь еще немножко вина, решила, что ну, все равно пока там все общаются. Я думала, приду, допью, заберу вещи свои, и мы уже собираемся ехать.